Отдых на любой вкус. В проекте «Открытая Самара» есть несколько направлений. Одно из них – культурные выходные. Любители истории смогут познакомиться с уникальными объектами города, побывать в бункере Сталина и в усадьбе Алексея Толстого. Для тех, кто предпочитает проводить отдых у воды – тур-де-пляж. За два дня гости смогут протестировать пляжи города-курорта, отправиться в теплоходную прогулку по Волге и заглянуть в Ширяево. Туристический сезон, который в этом году открылся все-таки позднее обычного, я думаю, что этим проектом он откроется во всей красе. И действительно, проект «Открытая Самара» станет тем зонтичным проектом, который объединит в себе немало программ, которые в настоящее время предлагаются нашими туроператорами. Мы сможем сделать Самару привлекательной не только в летний период, а в любое время года, потому что я думаю, что проект «Вкусно едем», проект «Шик модерн», проект «Поезд на пленэр», они не зависят от сезона. Ну и, конечно же, в проекте есть брендовый маршрут «Жигулевские выходные», который был высоко оценен профессиональным туристическим сообществом. Еще одно перспективное туристическое направление – поезд на пленэр. Это тур для художников и фотографов. Путешественники смогут насладиться прекрасной природой, запечатлеть пейзажи на холсте или сделать серию красочных фотографий. В программе курса «Вкусно едем» туристов ждет волжское меню. Самара действительно вкусно интересная. Насколько много интересных идей, блюд, насколько действительно много интересно вот этого самого самарского. И очень хочется, чтобы наши гости действительно все это попробовали и удивились. Первый тур проекта «Открытая Самара» пройдет уже на этой неделе. 8 августа в город прибудет поезд с туристами, участниками проектов «Поезд на пленэр» и «Тур де пляж». Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».